И вы на канале вязания от Ангелины Газимов. И сегодня в продолжении темы мы будем вязать треугольничек, треугольный мотив для нашей очень интересной красивой кофточки. Начинаем вязание также с кольца и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали, чуть-чуть подтянули, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, разворачиваем вязание в первый столбик, провязали еще один, и наша задача провязать 13 столбиков с одним накидом. В центре мы вяжем столбик 1, а все остальные столбики мы провязываем, удваиваем. Вот у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в центре, допустим, провязываем 1, 7. И все остальные также мы сдваиваем. То есть нам нужно провязать ровно 13 столбиков с одним накидом. Вяжем и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в последний столбик без накида. И ниточку отрезаем. Ниточку отрезаем. Круг наш замыкаем. И я обычно сразу же 3 узелочка сделаем. И сразу же, да, я, конечно, сейчас делать это не буду, но предлагаю кончики сразу заправлять. Тогда это будет более, так сказать, эстетично. Берем ниточку другого цвета, у нас это шампанское, и начинаем вязать таким образом. Находим наши 3 петли подъема, вот они у нас, и начинаем вязание в третью воздушную петельку. Вяжем так: 1, 2, 3 воздушные петли подъема, 1 еще петелька узора и еще столбик. Вот, и его мы начинаем считать: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в этот же столбик вяжем опять столбик и считаем 7. Столбиков должно у нас получиться. 3. Смотрим, как должно быть. Вот у нас галочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 6. Провязали 3 воздушные петли. Это у нас уголочек, да? 1, 2, 3. Эту же самую петлю в центральную. Еще один столбик и еще 6 раз вместе с этим же столбиком. 2, 3, 4, 5, 6. А в самый последний столбик мы с вами вяжем столбик, воздушная петля и еще один столбик. То есть наша задача, чтобы всегда-всегда в самом начале и в конце у нас вот такая галочка получалась. Вот. В начале и в конце. И в центре 3 воздушные петли. Вот такой должен быть второй ряд у нас быть. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 подъема и 1 петля узора. Поворачиваем. Между первым и вторым столбиком у нас 1 воздушная петля была. Мы вяжем 2 столбика, 1 и 2 дополнительных.
Дальше вяжем строго по столбикам. Сколько у нас есть, столбик, столбик, ничего не прибавляя, не меняя, не убавляя. Просто вяжем столбик, столбик. Сколько у нас здесь их есть. Довязываем до нашего уголочка. И в эту воздушную арку вяжем 2 столбика. 1 и 2. 2 столбика. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять уголочек. В это же самое место, в эту же самую арочку вяжем еще 2 столбика. И опять столбик, столбик. То есть второй ряд, он вот такой у нас очень простой. Несложно. Добавляем 2 столбика в арочку и 2 столбика в самом начале вязания. Довязываем. Столбик, столбик. Столбик тоже довязываем. И теперь в то место между первым и вторым столбиком, где у нас воздушная петля, вяжем 2 столбика. 1 и 2. Воздушная петля. И в третью петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Вот такой у нас должен получиться ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушная петля. Вот. Вот такой рядок должен быть у нас. 3 воздушные петли подъема и 1 петля узора. Вяжем в арочку столбик с накидом, воздушная петля. И в самый первый столбик вяжем столбик. Воздушная петля, внизу пропускаем столбик, вяжем следующий столбик. Воздушная петля. Вяжем столбик. Воздушная петля, столбик. Самое главное, чтобы последний столбик у нас был сам столбик. Вот сюда. Вот. По узору, чтобы все сходилось. Воздушная петля, в арочку вяжем столбик. 1, 2, 3 воздушные петли, столбик, воздушная петля и начинаем вязание вот со столбика. Обязательно, чтобы все совпадало и все было правильно. Столбик пропускаем, вяжем столбик. Столбик пропускаем, вяжем столбик. Вяжем столбик. Один пропускаем, вяжем столбик. Воздушная петля. Вот между первым и вторым столбиком вот сюда вяжем столбик. Воздушную петельку и уже потом последний столбик. Последний столбик. Вот. Вот так должно получиться. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбиков с одной воздушной петлей должно получиться в третьем ряду. И вяжем последний. 1, 2, 3. И четвертая петля, это у нас узорчик. Опять попадаем между воздушной петля. А теперь мы вяжем просто столбик, столбик. Вот столбик, столбик. Четвертый ряд вяжется так, как видится. В каждый столбик мы вкалываем крючок и вяжем столбик с накидом. Единственное, только там, где у нас будет воздушная арочка, там, конечно, нам нужно добавить по узору, по расширению квадрата, воздушная петля, и там, где арочка, столбик с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля и в столбик. Да, попадаем в сам столбик и довязываем наш четвертый ряд по узору нижнего ряда. Свяжем и сравним совпадение с квадратом, потому что завтра мы будем их соединять, и нам
Очень важно, чтобы все столбики сошлись. Соединяем. Воздушная петля между первым и вторым столбиком, столбик с накидом и воздушная петля. И только в последний столбик мы заканчиваем вязание. Ниточку отрезаем побольше, чтобы ее было удобно заправлять. Так, вот, что у нас получилось. Выберем, какая у нас сторона красивее. Если эта сторона вот эта красивее, мы сейчас все ниточки заправим. Все это дело уберем. И эта сторона у нас будет основная. Сравниваем с первым треугольничком. Вот. И самое главное, что нам нужно, чтобы наш треугольник совпадал со стороной квадрата. Потому что нам нужно будет завтра их объединять. Вот. То есть ровно половина квадрата наш треугольник должен быть. По всем столбикам все должно быть совпадать. Для того, чтобы мы завтра, у нас будет кофточка вот такого плана, смотрите, вот так вот. И наши треугольнички мы будем соединять вот таким образом. Вот таким образом. Вот, но это уже все завтра, сегодня. Если вы досмотрели урок видео мастер-класс до конца, огромное спасибо, что не перематываете, что смотрите. Вот, всем. Всего хорошего и до завтра. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.